Поехали. Здравия желаю, морячки. Привет, подводнички. Что-то у нас тут дождик идет. Ты уверен? Ну, ты ж разве не видишь? Или ты еще не в бою? Я еще не зашел. Ну, я тебе так. Скользко, короче, будет на море тут. Ничего страшного. Что, попытаемся вам рассказать, что такое линейный корабль. Как у них там было? Флота открытого моря, да? Или что там? Кайзер. Ну, не помню. Служил, да, но уже забыл. Такс. Ну, ладно, будем пока пробовать прикрывать тех наших мелких и быстрых, которые будут брать базу. Ну, я пока точку Б возьму. Ну, да. Ну, в общем, кайзер. Что это такое, с чем едят? Настолько я быстро прошел на САУ, хотел за свободкой его пройти, но потом с сожалением продавал. Очень хороший оказался линейный корабль этот Насау. Хотя были опасения. Думал, будет второй Каваши. Но нет, хорошая вещь. А, купил уже Кайзер, потому что ну, можно было бы на Насау покататься. Но третий уровень уже, честно говоря, немножко не то. А, так вот, Кайзер. Ну, среди недостатков это, конечно, что башня вот так у него не очень красиво расположенная. А в остальном хороший корабль. Хороший. Вот. Попадает, когда стреляет. Есть броня. Если более-менее правильно на нем двигаться относительно врага. Сейчас посмотрим. Вот. Бросил я по куме. Что-то там. О, цитадель на куме сразу. На 4000 с поджогом. Так что попадает. Это по мне, что ли? Или кума тут решила ответку дать? Кума, по-моему, без двигателя, без ничего. Так что добивайте. Пока я этого, к сожалению, не смогу сделать. Но... Так, бросил еще раз по куме. Там целых два наших эсминца. Сейчас я точечку захвачу. Ты куму убивай. Кума, кстати, огрызается довольно больно. Ну что, мимо торпед прошла? Ну ничего себе. Так, это была вторая башня средняя, которая стреляет иногда. Ну что, кума, ты будешь умирать? Или как? Да, есть еще одна цитадель. Что у нас тут? О, барбосы. Поздно. Конечно, ПВО не очень у этого корабля, но учитывая, что это четвертый уровень. Там вражеский линкор чего-то делает. Это он пытается не дать нам взять точку. По-моему, довольно толковые эти самые, как они, самолетики довольно толковые у врага, потому что он не довольно жестко сейчас бьют наш Кайзер, коллега, короче, мы. Он так пошел вперед. В общем, крейсера его не захотели прикрывать. Пошел я на точку С. Давай. Надо все-таки нашему кайзеру помочь с эсминцем справиться. Да его там больше сейчас беспокоят самолетики. А самолетики я тоже его по чуть-чуть поотстреливаю. Меня больше беспокоит эсминец. Ну, маневренность есть у этого корабля. Так, все, надо включать ББ. Потому что, наверное, уже пришло время. Так, все, наш кайзер закончился. У нас тут как бы вроде много. Ну, вот сейчас я, наверное, начну принимать. Кого ты будешь принимать? Урон! Ну, такова же жизнь. Такова жизнь у линкоров. Они по-любому получают, потому что медленные. Так, смотрим. Чего там? Ну, слава богу, вот и наши. Опа, еще цитаделечка на 19 тысяч, ребята, между прочим. Ну, вот враг идет не совсем правильно, тем более это Конго. У Конго брони мало. И Конго получает.
Ну, может, недавно начал играть. Поэтому подставляется. Может, вынужден. Дело в том, что ни один корабль тут под перекрестным огнем долго жить не будет. Как вы? Так, пошел я на точку С. Надо все. Как вы не стараетесь? Потихонечку. А, ты на С пошел? Я думал, ты будешь тут помогать мне. Извини, да. Не получается. Но я здесь ребятам попытался помочь. Что-то у нас тут народ заканчивается. Сейчас, наверное, я буду получать. Ну, надо же, как повезло Конго в этот раз. Так, надо уворачиваться от него. Что может по мне бросить? Ну, еще вот на 4000. То есть, казалось бы, пушки не очень мощные. У Кайзера всего 12 дюймов. Но, тем не менее, кусать они могут. Ну, немецкое качество, наверное. Как считаешь? Возможно. А вот еще один недостаток. Довольно медленно ворочаются орудия. Так, Конго идет на меня лицом. Поэтому, наверное, нужно переключаться на фугасы. Я тут не заметил край карты. Так, ну что, Конго, тебя добьют? Да, Конго закончился. Ну тогда тем более правильно, что на фугасы против легких сил. Они, наверное, лучше будут. Эсминца я, похоже, не достаю. И крейсер тоже. Надо сближаться. Сильно испугался Конго, начал от него убегать. А он взял и умер. Ну, не без моего попадания в цитадель, конечно. О, там что-то кто-то бузит у нас на базе. Я тут глянул на карту. На какой? На базе Б. Эсминец вражеский. Самозахватом занимается. Нехороший человек. Ты линкоров будешь убивать? Кстати, ну, там наш авик. Делать. Наш авик сейчас там может получить. Так, попробую я. Поджог. Отлично. Я по нему брошу. Николас. Николас опасная вещь. Вряд ли я по нему попаду с такого расстояния. Но если авик не сможет за себя постоять, самое интересное, Николас может и двоих сейчас убить. Попытаемся помочь. Надо ж помогать товарищам по команде. Ах, маловато упреждения взял. Хорошая ПМК у немецких линкоров. Ну, это и анонсировалось. Так, кто-то все-таки по нему бросает. Сейчас еще может. Так, пошли торпеды нашего авианосца. Похоже, это. Похоже, нашему авику одному из них точно будет кранты. Да, уже. О, попал я. Подбил зенитку. Ну, там, кстати, очень неудачно сейчас тут наш коллега на эсминце. Подлез. Мне даже, наверное, лучше было бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас будет, ребята? Блин. Конечно, плохо было бы оставлять авианосец. Очень плохо. Я только вот не понимаю, почему вражеский авианосец не на меня, а на крейсер посылает своих злых торпедоносцев, непонятно. Так, ну поворачивайтесь, пушечки, поворачивайтесь. А, молодец. Я очень сильно испугался. Ну, действительно, нужно бояться авианосцев. Это самое страшное, что есть для линкора. Если они шутить не будут. В этом крейсер последний добиваете? Пытаемся. Ну, пытайтесь. Попитка, не питка, да? Тут еще авианосец где-то валялся. Ну ты. Не достаю я уже до него. Ну точнее, я могу бросить в ту сторону, но вряд ли оно до него долетит. Так, ну что, все базы наши, если мы сейчас хоть кого-то убьем, хоть одного, все, победа. Авик взывает о помощи.
Но ему сейчас будет, наверное... Убивайте крейсер, пока наш авианосец жив. Это единственное, что может его спасти. Может, уже и не спасет. Да не, хорошо, уже приехал. Да не, выжил. От двух ушел, ну, правда, там еще. Так, немного оттянули враги свой конец. А я очень медленно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это меня погасили. Не давай так с собой обращаться. А чуть-чуть мне не хватает. Буквально капельку, чтобы по нему бросить. Коротковатые. Руки, ну, ноги. Ручоночки, да. Не достает кайзер. Но если бы он еще далеко стрелял, то было бы слишком, наверное. Так, ну что, он сюда едет. Так, на удачу больше бросил. Так, ну что, если наш эсминец поможет, то с этим я должен разбираться. О, почти попал. Все, все, победа! Я еще успел выжить. О, поздравляю! Это не часто случается. Ну что ж, вот такой вот линкор. Есть броня. Вертлявый. 30 цитадели. В общем, по разным классам. Даже фугасами куме пробил цитадель. Так что, может он кусать. Может он защищаться. Поэтому можете качать, получать удовольствие, как и мы в этом бою. Спасибо за просмотр. Всем счастливо. Ставьте лайки. Всем счастливо. Всем пока. Успехов в боях.